Вот, возьмите, сэр. Резервный генератор запущен. Воды. Сколько еще осталось? Сколько у нас еды? На день должно хватить. А, черт. Может и меньше. У нас заканчивается вода, сэр. Вот, возьми, допивай. Давай. И еду тоже забирай. Ты должна поесть. Сначала вы, сэр. Вы ведь из первого класса. Я родилась, чтобы умереть, а первый класс, чтобы жить. Хватит втирать мне свои чертовы лозунги. Мы отравили ваш разум этой дрянью. Позаботься о себе и найди что-нибудь поесть. Давай. Предупреждение. Повреждение системы электропитания. Нам нужно добраться до корпуса Альфа и проникнуть в корпоративное убежище через главную шахту. Это наш единственный шанс. А как же он? У него есть доступ к Альфа. Нам нужно попытаться попасть в убежище. У них есть вторая кухня. А еще еда и складские запасы. Мы можем залечь там и переждать опасность, пока нас не спасут. Резервный генератор запущен. В паровых трубах было безопасно, сэр. А если подобраться ближе к кислотным ваннам? Там мы можем спрятаться. У него нет нужных отпечатков пальцев для проникновения внутрь. Оставаясь здесь, мы обрекаем себя на смерть, Баркли. Если трубы останутся без электричества, мы замерзнем насмерть. Мы погибнем от жажды, что еще хуже. Он знает про трубы. Ему известно все то, что и нам. Скоро он доберется и сюда. Здесь мы не будем в безопасности. Я покажу тебе, как пользоваться этим. Ты проведешь нас ко второму корпусу. Ты из класса канареек, верно? Да, сэр. Класс канареек, синтетик. Рабочий класс категории С. Хорошо, возьми это. Нам не разрешают делать этого, сэр. Делай, что я говорю. Мне плевать на ваши правила и законы. У работников класса канареек есть доступ к огнестрельному оружию с биометрической блокировкой. Смотри, я разблокировал эту гребаную винтовку для тебя. Другого выхода нет. Да возьми ты уже эту чертову пушку! Сбоку есть затвор. Твоя задача — потянуть его на себя. Вот здесь. Давай, тяни. Вот так, отлично. Хорошо. Теперь она готова к стрельбе. Прижми приклад к плечу. Прижимай. Как можно плотнее. Да, молодец. При стрельбе ты получишь отдачу, но не сильнее, чем от пневматической дрели, которую ты используешь в работе. Не дай застать себя врасплох. Убедись, что подстрелила эту тварь. А сейчас опусти ствол. Только на меня не наводи. У нас всего две обоймы, и все. Больше боеприпасов нет. 60 патронов. У меня еще остался мой пистолет с отличными разрывными пулями. У тебя найдется сумка? Да, сэр. Тогда захвати ее. Возьми всю еду и воду и неси сюда. Черт, что-то не так. Я чувствую свет. Свет внутри меня. Как будто он светит прямо из меня. Что-то не так. Это был Ричард. Теперь я знаю, о чем он говорил. Я чувствую это. Корвал. Ему удалось вскрыть одну из этих тварей. Внутри он обнаружил 40 крысиных мозгов, объединенных в один. Холбрук. Он украл свиней из загонов. Извлек их органы и скрестил с органами овец. Это он создал этих тварей. Это был тот свет. Тот самый свет, который приказал ему это сделать. После этого Холбрук. Он вскрыл всех шахтеров. Порезал их. А потом сделал из них одного, гигантского.
Затем они рассекли эту скалу, и я увидел этот свет Баркли. И как только я его увидел, я все понял. Я почувствовал его. Этого... Я увидел этот свет и вырезал себе глаза. Но было уже поздно. Я не успел. Нам нужно убираться отсюда, ясно? Это твоя винтовка. Возьми ее. Помоги мне подняться. Пошли. Помоги мне. Когда откроем эту дверь, нужно будет пройти еще метров 100, чтобы попасть во второй отсек. У него есть биометрия, поэтому его приход не зависит от наших действий. Целься точно, ты слышишь меня, твою мать? Да, сэр. Ты видишь свет? Да, сэр, вот ваша маска. Хорошо, другого шанса у нас не будет. Не останавливайся. Всего 100 метров до корпуса Альфа. Поняла? Да, сэр. Следуй за маячком. Вперед! Вперед! Поднимайтесь, сэр! Прошу вас! Помоги мне! Помоги! Куда теперь? Комплексу менеджеров. Он впереди. Жилые помещения, залы заседаний, они укреплены. В допуске отказано. Недостаточный статус. В допуске отказано. Он у двери. Не останавливайся. У нас нет выбора. Допуск разрешен. Рядовой Филипп Маршал. Приготовь оружие. Перезаряжай! Перезаряжай! Патроны кончились! Уходим, быстрее! Там впереди кухня. Дверь открывается вручную. Заходи. Закрой дверь. Сэр, мы должны идти. Прошу вас, сэр.
Возьми это, Баркли. Я расскажу тебе, куда идти. Возьми ствол. Что? Просто возьми. Но мы уже так близко. О боже. Мне конец. Что-то не так внутри. Поверь мне, я это чувствую. Что-то не так. И с каждой секундой все хуже. Эта тварь, она отвергает синтетиков. Возможно, мне удастся задержать его. Синтетиков нужно использовать в качестве рабочей силы на шахтах. Протокол 7, устав 9. Но известна ли тебе истинная стоимость синтетиков? Синтетики. Они обходятся дороже, чем сироты. Мы выкупили тебя у стратогрупп. Компания приобрела тебя, когда тебе было всего 2 недели. Ты человек, черт тебя побери, Баркли. Штрих-код, который мы нанесли тебе, был нужен для того, чтобы обмануть инспекторов из управления по охране труда. Мы купили несколько синтетиков, чтобы обвести их вокруг пальца. Ты из класса канареек, верно? В чем заключается ваша работа? Вы должны ползать по шахтам в недрах астероидов. Ваша работа — умереть в случае обнаружения залежи ядовитого газа. Я прав? Думаешь, синтетик смог бы умереть от отравления газом? А сейчас возьми ствол. Возьми. Тебе нужно убираться отсюда. Расскажешь всем об этом месте, о себе и о том, кто ты. О кварце и о его сиянии. Расскажешь им все. Тебе никогда не получить доступ с твоим статусом. Поэтому ты возьмешь мой палец и уберешься отсюда. Запомни, когда эта тварь доберется до меня, она проникнет в мой мозг. Она узнает об убежище. Ты должна сделать это, Баркли. Черт! Возьми, бери и уходи. Иди, уходи. Давай, иди сюда. Давай. Эй, посмотри сюда. Давай, сукин ты сын. Давай, убей меня. Ну же, давай, убей меня. Давай, убей меня. Ты уже давай! Давай!
сохраняйте спокойствие. Недостаточный статус. В доступе отказано. Недостаточный статус. Доступ открыт. Финансовый директор Кевин Бейкман. Переведено и озвучено Диафильм Студио при поддержке Naked Science. Перевод. Наталья Дудинская. Роль озвучили Михаил Диполом и Алена Андронова.